В Туркмении люди дерутся в очередях за продуктами. Сообщение СМИ. Статья в Евразия Дейли за 16 ноября 2020 года. Жителям Туркмении остро не хватает еды. За продуктами выстраиваются огромные очереди. Порой у людей сдают нервы, и они устраивают скандалы в ожидании возможности купить хлеба или растительного масла. Такое происходит по всей стране, сообщает Туркмен Ньюс. Очереди в госмагазины, где цены ниже, действительно гигантские. Так, в одном из городов за хлебом и куриными окорочками люди занимали очередь с вечера, чтобы утром первыми зайти в магазин. В списке оказалось около 300 человек. А когда утром выяснилось, что список утерян, люди начали напирать силы и ругаться матом. Две женщины подрались. С весны в стране действует талонная система распределение товаров. С ее помощью ограничивается количество продуктов, которые может приобрести покупатель в государственном магазине по фиксированной цене. Впрочем, в частных магазинах, где цены выше, продукты можно покупать без ограничений и без очередей. Однако большинству жителей это не по карману. Люди говорят, что такого кризиса не было даже в 90-е годы. В Туркмении люди дерутся в очередях за продуктами. Сообщение СМИ.